Всем привет! Вот я на Байкале, в Листвянке. Сейчас буду делать очередной раз забег на камень Черского в горочку. И сегодня хочу попробовать снять видео с руки, то есть проэкспериментировать во время бега съемку вот именно на камеру Sony Action, на маленькую. Ну а так, забег есть забег. Сейчас небольшая разминка перед забегом и вперед вверх на гору. Ну вот и все. В общем, я побежал туда вот. Чем интересен этот маршрут? Прежде всего, это четкая дистанция, около 5 километров туда-обратно. Плюс четкий уклон, хорошая доступность. Ну и вот на этом конкретном участке, имеется в виду туда забеги и обратно, можно отслеживать свой прогресс. То есть пробежал и оценил, быстрее, медленней, ну, как получается. Вот впереди показалась вершинка, конечная точка забега. Вот так вот забегаешь, думаешь, сейчас красивый вид откроется, а тут группа китайцев, которые поднялись на подъемники сюда и оккупировали. В общем, китайцы — это бич Байкала становятся полностью. Ну а я сейчас буквально передохну, пару вздохов-выдохов и побегу вниз. Ну вот, бегу под горку. Пользуясь моментом, хочу передать привет всем подписчикам своего канала, ну и тех, кто случайно заглянул. Подписывайтесь, не стесняйтесь. С удовольствием подпишусь на ваш канал, буду делать вам просмотры. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь. Мне приятно, вам не сложно. Вот, подбегаю к окончанию. Уже. Да. Ну, в горку, конечно. Очень тяжко с горки. Полегче. Главное, ноги переставлять. Все. Все, приехали. Вот. Ну вот так вот как-то забежал. Почти 5 километров. Ну, вверх, конечно, тяжко бежать. Вниз вроде легко, но ноги надо успевать переставлять. А так это классно. Все.